В Пекине стартовали соревнования Международной федерации верховой езды. Конкурс проводится в пятый раз. В этом году в скачках участвуют более 150 лучших лошадей со всего Китая. Статус событию придает участие 10 лучших мировых жокеев. Нынешнее состязание проходит по новым правилам. Препятствия для лошадей подняли до олимпийского стандарта – 1,5 метра. У местных наездников появится возможность повысить уровень мастерства, ведь в командных раундах они выступят вместе со знаменитыми зарубежными спортсменами. По прогнозам организаторов, закрытие конного фестиваля придут посмотреть более 30 тысяч зрителей. Помимо заездов, ценителей ожидает конкурс фотографии. Ощущения, как всегда, прекрасные. Тем более, что в этом году, как видите, сама площадка, стенды, VIP-ложа, двухэтажные трибуны, торговый центр все шире и масштабнее. Много изменений.